Все, тоже снимай. Блин. А еще если бы в грязи дрались, было бы еще круче. А еще бы было бы еще круче. Вы возвращались. Голову еще поцеловались. Это все неинтересно. Вы поклонники жанра Юрий? Мы всего. Итак, ведется репортаж научного лагеря о самках дикого племени Ютумба. Насколько я понимаю, то, что с длинными волосами, это есть их вожак. Сейчас они обсуждают анальное наступление на племя мужчин. На племя мужчин, так, это лишнее. Племя мужчин. Надо вот смотри, как говорить. Всем привет, это сходка Акадо. Да. Вот так надо все говорить. Хо-хо, я. Тут встречают анимешники, которые например, друг друга насилуют на сходках. Вот рух тебя. Я пригрел, блин. Она сняла с себя скальп. Что же будет дальше? Ань, дай пометь, он клёвый. Это в жопу. Не пойду я в жопу. Сама туда иди, мне нравится. Итак, еще одна самка претендирует на главу этого племени. Парик это, как это называется? Парик это типа короны главы племени. Что-то типа наследия четвертого Хокаге. Да, лутосняк. Цензура. Немного на... ходить. Цензура, цензура. Похоже на дираю. Цензура. Если было, были бы волосы много, короче. Потом, ты потом залепи, короче. Цензура. Вот это вот цензура, да, вот это вот. Это хентай. Это без комментариев. Это... Да, это хентай. Ладно. Это еще нет хентай, просто обнимашки. Да. Даже нет пародии на хентай. Ты не успел? Вот, какая вот, жопа вот, эротичная, вот, бля. Вот теперь пародия есть на хентай. Да, что такое есть. Вот что мне дверь прикрой. Нифига. Попало. Все, сегодня вечером блокада. А что это такое клевое? Я в нем весь день города отходил. Почти весь день. Фак, фак, фак ей! Тихо! Она наступает на нас, Санек, нам надо прятаться. Она нас насилует. Беги, Саня, беги! Нет! Беги, Форест! Это, короче, корона короля, а там была корона королевы по-любому.